У нас еще есть немного праздничного предновогоднего девятимайского War Thunder. На танках, естественно. Кому нахрен нужны самолеты? А кто не знает, что такое War Thunder? Ну, блин, это танки. Но они графонистые. Окей. Можно играть вот так. Можно играть вот так. А? Где ты еще? В какой игре ты столько увидишь вариантов? Вон там человек стоит, я вижу хорошо. Мышь, конечно, работать будет. Но я не могу по нему, что ли? Нет, могу. Готов! Едем дальше! Вот я думаю, красота. Можно еще для красоты интерфейс отключить. И прям гнать профессионально. Не знаю, куда гоню. Хеллкэт. Похоже на Хеллкэт. Посмотри на эту ткань, господи. Точно в цель, только не пробил. Эй! Ну, братан! О-оу! Ты посмотри на это, ну посмотри, блин. Да где-нибудь такой... Так, у меня пузатик остался. Хелф танк сгорел, ну давай здесь посидим пока. Опа! Ракеты есть. 2 километров. А, какой уничтожил-то? Да в кого тут? Окей. Ну, мы выиграем, да. Ну, кстати, нормально, на втором месте. Учитывая, что я примерно ничего не сделал. Давай на тесселяцию лучше смотреть, а? Смотри, какая тесселяция, господи! КВ я примерно никогда. Ну тихо, тихо, что началось? Мы тут... Да куда ты меня подтолкнул? Ну, братан! О, сундуки падают. Блин, вот это я уже не знаю, потому что давненько не играл. Ну да, и 300 тысяч-то. Ну ладно, 80. Ой, здрасте. А я не могу стрелять, у меня выбили всех примерно. Да еще и под таким углом. Да хоть раз стрельни! Да, понятно. Уехать тоже не могу. Ну все, отъездился, очевидно. Давай, 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 давай. Опа, 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 опа. Ну да, такие двое мертвых. Грустнело немного ребятам. Давай починимся. Ковыха. Смотри, какая у нее труба. А! Ну мы это! Я говорю, на тигре надо бы сгонять. А то чё, какие-то штюги, штюги, ПТшки, это никому не интересно. Вот на тигре это другое дело. Посмотри на эту махину, посмотри на это торжество. Ну что ты? Давай уж. Да давай! Ох, эти деды! Давай! Мам! Он мне... Мам! Да что вы тут столпились-то? Своими коротенькими, но толстенькими. Давай в атаку уже. Мне башню, что ли, повредили? Во! Из 2. Всем пока. Успею выстрелить? Я его не вижу. Попал. Ну да, попал. Ой. Нас немного бомбят. Немного забомбили всего. Огнетушителя нет. Всем пока. Да, думаешь? Лопайтесь! Блин, буду стоять, пока не лопну. Во, шмаляют. Во! Окей, погнали. Здрасте. Damn, son! Посмотри на эту тесселяцию, посмотри на эти кирпичи. Ух, кто салют просил? Да. Да? Да? Где какой-то всполох? Вот этот примерно. Ой!
полицейские развороты поперли. Скиллуха поперла. Да. Тихо. По себе от обстрела-то, да. Какой водитель? Здрасте. Не надо. Не, ну, объективно. Объективно, кого я... А, еще и заклинило. Клево. А, уничтожил. Не его, правда. Ну, блин, КВ. Ой, ну все, расстреляюсь, пулеметы. Кстати, ну, да, это 26 вообще убил. Смотри, какой у меня маленькой пулькой. Маленькая пулька. Прям в голову чуваку. Не очень приятно. Что это, мои... А, он здесь до сих пор. Полицейский разворот. Ну, догоним назад. А, я сейчас улечу. А как отменить? А, нельзя. Я на КВ-ху выехал и полетел. Нормальная тема. И сразу на вражеский самолет. Круто. Лохоба. Яблочко. Да я там, блин, бомблю. Не стоит вот этому удивляться. Мне лень рассказывать, что это, но не стоит удивляться этому. Собственно, вот. Собственно, это War Thunder. War Thunder по настроению нормально заходит. Ну, если вам вообще танковая тема интересна. Ну, и самолетная. Ну, вообще военная, да. Есть смысл в него немного позалипать. Скажем так, не худшая игра. Особенно из бесплатных.